В детской поликлинике 1 июня царит радость и слышится громкий детский смех. Международный день защиты детей маленьких пациентов встречает добрые котафи и веселые аниматоры. Здесь сегодня можно сделать любой понравившийся аквагрим и получить подарок. Ну а как сказал один известный мультяшный персонаж, никто не может грустить, если у него есть воздушный шарик. Вот они у нас здесь, все пациенты наши, никто ничего не боится, все такие контактные, все общаются, ребятишки. Поэтому как-то хотелось вот сделать праздник такой, солнышко, все-таки первый день лета. Понятно, что любой ребенок, приходя в лечебное учреждение, он боится, он не понимает, что с ним происходит, ему страшно. И когда его встречают вот коты, когда ему дарят шарики, когда можно сделать, как она называется, это раскрасить, и лицо красивыми красками. Когда царит вот такая праздничная атмосфера, конечно, это снимает вот этот стресс у ребенка. К сожалению, говорит Игорь Кеда, так встречать маленьких пациентов каждый день невозможно. Но хотя бы один раз в году в День защиты детей это стоит того. Подобные мероприятия сегодня проходили и в стационарах. Там работники медучреждений поздравляли ребят в детских отделениях, даря им подарки и хорошее настроение. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков. День города.